Он говорит так, словно я сюда погулять пришла на каникулы. Дурак этот оракул. Взгляни в лицо тому, что пугает или ранит тебя. Оскорбление и ложь нельзя оставлять без ответа. Вы? Странное вы создание. Вы начинали мне нравиться. Нравлюсь я тебе или нет, но поверь мне, ты должна как можно скорее расправиться с Бармаглотом. Открой ворота и сразись с королевой. У меня нет последней части жезла, глаза Бармаглота. Как же с ним справиться? Не знаю, но ты должна это сделать. Ситуация критическая. Ну какой от восток? Говорите, что мне нужно сразиться с этой свирепой тварью, а я даже не знаю, моя ли это битва. Чья же еще, Алис? Только ты можешь спасти себя. Спасать себя? От смерти, что ли? По-вашему, я за этим сюда пришла? Я не боюсь смерти. Иногда я даже зову ее. Не смерть! Чего же? Жизнь страшнее, чем смерть? Я не дура. Не заставляйте меня считать дурой вас. Считай, что хочешь. Но знай одно. После пожара ты отказалась от своего мира, потому что не вынесла бремени утраты. Ответив кролику, ты начала выкарабкиваться из этой трагедии. Двигайся дальше, Алиса. Спасешь себя, спасешь и страну чудес, и всех нас. Теперь я начинаю понимать. Я разрушила этот мир. Только я могу исправить содеянное.
Удачи, Алиса. Бармаглот ждет тебя. У тебя есть все шансы одержать победу. Твой союзник Грифон, а он самый сильный из нас. Алиса, ты заставила меня ждать. Ты никогда не слышала о пунктуальности? Ты так похож на помощника нашего стоматолога. Ты всегда опаздываешь, верно? Часы растекаются между глупыми видениями и тщеславным бахвальством, и ни на что другое у тебя не остается времени. Больше ты ни на что не способен. Даже ругаться не умеешь. Наверное, твои родители надеялись, что ты придешь к ним. Возможно, они думали, что ты могла бы предупредить их об опасности. Ты ведь была рядом с источником пожара. Но ждали они напрасно. И погибли из-за тебя. Мы все спали. Это нелепая случайность, я... Ты неблагодарная и бессердечная эгоистка. Ты почуяла запах дыма, но ты была в стране чудес, пила чай со своими друзьями. Разве нельзя было оторваться? Из твоей комнаты было легко выбраться. Родители наверху корчились в адских муках боли и ужаса. Нет! Скорее, Алиса! Бармаглотов жезл собран. Войска ждут. Все готово. Бармаглота я беру на себя. Ты наша защитница.
веди нас к победе, на замок Червоной Королевы.